Если вы хотите быстро приготовить эффектную выпечку к чаю, то рецепт рулета торнадо – идеальный вариант. Приготовить его очень легко. О подробностях расскажу в рецепте. Берите на заметку. Рулет торнадо – это самый настоящий торт, только в форме рулета. Чтобы ускорить приготовление десерта, крем можно приготовить заранее. Смотрите пошаговый рецепт и удивляйте своих близких красивой и вкусной выпечкой. Яйцо 6 штук, 5 яиц в тесто, 1 яйцо в крем. Сахарная пудра 160 грамм, 120 грамм к белкам, 40 грамм к желткам. Растительное масло 10 мл. Молоко 300 мл, 50 мл. В тесто 250 мл. В крем. Ванильный экстракт 2 чайных ложки, 1 час л. В тесто 1 час л. В крем. Мука пшеничная 80 грамм в тесто. Какао-порошок 20 грамм. Разрыхлитель 1 чайная ложка без горки. Сахар 75 грамм. Кукурузный крахмал 30 грамм в крем. Сливочное масло 100 грамм. Количество порций 6-8. Подготовьте ингредиенты. Отделите белки и желтки 5 яиц. Добавьте к желткам 40 грамм сахарной пудры, ванильный экстракт, растительное масло 50 мл. Молока, муку, смешайте все до однородности. Разделите желтковую массу на две равные части, в одну из частей добавьте просеянное какао. Тщательно вмешайте какао в тесто. Взбейте белки до мягкой пены, постепенно введите 120 грамм сахарной пудры, взбейте до стойких пиков. Разделите взбитые белки на две части, в белую и в шоколадную. Аккуратно вмешайте белки в тесто. Выложите на лист для выпечки, размером 29 на 21 см, сначала белую часть теста. Хорошо разровняйте. Затем выложите шоколадную часть поверх белой. Лучше это сделать с помощью кондитерского мешка. Обратной стороной ложки или вилки, упираясь в противень, не отрываясь, проведите сначала вертикальную змейку по тесту, затем то же самое в горизонтальном направлении. Выпекайте в предварительно разогретой духовке до 180 градусов 20 минут. Готовность можно проверить зубочисткой. Еще горячий бисквит сверните шоколадной стороной вверх. Для того, чтобы придать нужную форму, можно выложить внутрь рулончик фольги или пищевой пленки. Сверните в рулет, зафиксируйте пищевой пленкой, охладите. Для начинки рулета приготовьте заварной крем-пломбир. Для этого выложите в сотейник 1 яйцо, 75 грамм сахара, кукурузный крахмал. Влейте половину молока, смешайте. Добавьте оставшееся молоко, поставьте на средний огонь, доведите до кипения при постоянном помешивании. С момента закипания варите до загустения не более 2 минут. Накройте крем пищевой пленкой в контакт, охладите до комнатной температуры. Перед добавлением масла взбейте крем, добавьте ванильный экстракт, постепенно вмешайте размягченное сливочное масло. Для получения идеального результата, заварная часть крема и сливочное масло должны быть одинаковой комнатной температуры. Переложите крем-пломбир в кондитерский мешок, выложите в центр рулета. При желании можно добавить свежие ягоды. Заверните рулет в пищевую пленку, уберите в холодильник на 2-3 часа для полной стабилизации. Перед подачей срежьте с рулета кромки и присыпьте какао-порошком. Рулет торнадо получился очень вкусным и красивым. Приятного аппетита!